Всем привет, ребята! И сегодня я уже почувствовал себя лучше и на радостях решил пойти в Тавр, чтобы, так сказать, был баланс, да. Привет, Лана! Чтобы почувствовать себя хуже? Ну да, как бы, чтобы вот здоровье вроде бы получше, нервы вроде бы назад. Ну, вот как-то так. А, да. Ну ладно, давай тогда пойдем. Там щит куплен, это уже неплохо. Да, здорово. Так, но только этот выпуск будет не простой, а шифтовый. Что? Ёша, мне тоже обязательно так? Ну, нет, тебе... Ой, ты так смешно крутишься, хвостик такой смешной. Нет, тебе не обязательно, а обязательно только мне. Ну... Мне просто предлагали в комментариях это все дело, и я подумал, почему бы и нет. Ой, слушай, смотри, как классно сочетается моя рубашка, шибер и вот эта вот полосочка сзади. Ой, согласна? Здорово, вот, да. Вот, мне нравится. Так, ну что, давай тогда попробуем. Ну, я попробую, а ты... Ой, кстати, тут шифтом иногда видно заднюю часть Тавра. Ну, то есть, ой, вот... правда. А, ты поняла, да? Да-да-да. Ну, короче, я не буду снова показывать. Оп, прыг! Ой, нормально, доскочил. А тут, кстати, можно наступать, ничего страшного. Но все в порядке. Ой, так, там одна... За три минуты. Что? Одна, на которую можно наступать, она прозрачная. А, я так и знал. Потому что частенько такое бывает. Ой. Да уж. А тут можно ехать. Ладно, о боже мой, это просто здорово. Тут, короче, не очень приятный уровень. Ну, я не смогу тебе объяснить, что это за уровень, просто ты скоро его увидишь. Нет, вот, не успею его увидеть, мне кажется. Воу. Да, тут что-то ребята прям разошлись. Ребята, за что вы так со мной? Я ведь только зашел, я тоже хочу пройти без светяшек, пожалуйста. Нет. Видимо, придется. Так, X4. Да. Ладно, я хочу сейчас. О, Ёша, как ты высоко забрался! Ну, я стараюсь. Ладно, я не успею. Ладно! Ну, мы слишком... Подожди, стоп. Поздно начали. А сколько это? Ну, это совсем мало. Это всего лишь середина была. Ничего, Ёша, сейчас получится лучше. Может, тоже кто-то купит щит или еще что-то. Да ладно, он нам не особо-то и нужен, честно говоря. Ну... Я что-то посмотрел на девочку, которая прыгнула, ну, в общем, вправо, и я последовал, так сказать, за ней, но это было зря. А вот тут куда? А, нормально. Ага. Ой-ой-ой, а вот тут мне не очень нравится. С шифтом, да, должно быть сложно. Шарик отпусти. Нет, Лана, я видел, как ты развалилась. Господи, ты что? Ты я что? Не заметила светяшку. Нормально, все в порядке, все хорошо. Квадратики, здравствуйте, кружочком, привет. Так, вот тут, оп, вот тут шифтом отлично, вот это мне шифтом нравится. Так, пожалуйста, долетай, отлично, да, все в порядке. Обалдеть. Ой, тут уровень называется, как игра, в которую мы недавно играли, Hole in the Wall. Серьезно? Ой, прикольно. Да. Что? О, сердечко, Лана. Так, Ёж, ты там боже, осторожнее. Я просто не заметил, что там сверху. Начал подниматься, и просто светяшка возле моего уха просто как бум. Кошмар. Оп, назад, тише, я... Да что такое, ну? Так, все, в следующий раз получится. Нет, после следующей. Вот в этот. Оп, нормально. Оп, не очень нормально, но ладно. Так. Вот мне иногда нравится этот уровень, иногда он не нравится. Я не знаю, от чего это зависит. Может быть, от настроения. Я, правда, не знаю. Так, иногда его прохожу, а иногда его не прохожу. Так, вот сейчас я его прошел. Вроде бы. Да, все, я его прошел сейчас. Здорово. Что? Мне очень не нравится физика вот этой вот лестницы, знаешь, которая лестница-блок. Типа, да. Если ты не до конца на нее залезешь, тогда она тебя отбрасывает назад. Ну, когда ты прыгаешь. Да, знаю такое. Вот это сейчас произошло. Ой, светёшка, еще убивать. Так, все. Это, знаешь, полоса неудач, и теперь я чувствую, что я теперь даже не дойду до того места, где я был. Да нет, точно дойдешь. Но мне кажется, что ты вот видишь, ты уже забрался до меня, а я не могу, я же несколько раз на фиолетовом погибла. Ой, а ты упала, да? А, да, вижу. Да.
Да ну папа! Цветяшка! Так, у меня пока болит горло кричать «Цветяшки», так что ограничимся просто «Цветяшки». Я буду за тебя кричать «Цветяшки», давай. Ты говори, когда, хорошо, я буду да. за тебя орать. Хорошо, договорились, спасибо. А! Так, «Цветяш!» Нет, это не «Цветяш». Нет. Нет, ладно, я скажу спасибо большое. Это просто я плохо прыгнул. А я наконец-то дошла до оранжевого. Ого, молодец. Так, подожди, это ты прошла, получается, все светяшки. А что, дальше нет светяшек? Нет, ну я имею в виду вот эти все. Ну, эти, да. Нет, давай, ладно, можно. Светяшка! Ой, еще одна это... светяшка! Это шикарно, Лана, спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста, обращайся. Нет, я упал, да что ж такое? Да, Ёши, видимо, надо было тебе с первого раза проходить этот тауэр. О, ты права, ты права. Так как же так? Ну я же на уголочек, Лана. Неужели у меня не получится пройти этот челлендж? Ну, подожди, ну у тебя же не одна попытка, есть еще другая башня. Ты как поскакал, а? О, так, тут все нормально. Ну, я вроде попробую... Да ты серьезно? Ты серьезно? Все верно, все верно. Я спасибо, видела, большое видела. Спасибо. Пожалуйста. Какой же кошмар! Ну что, что не так? Что не так происходит? Может, это болезнь сказывается, знаешь, у меня координация сейчас не. Да как так? Координация сейчас не так работает. Возможно. Нарушена там. Вот это вот. Ну, у меня тоже, видимо, что-то нарушено, потому что я вот дошла тут, а дальше я боюсь и, наверное, посижу здесь. В принципе, так, все. Я просто каждый раз хочу перепрыгнуть через один блок, но это заканчивается для меня плачевно. Так что, пожалуй, я продолжу в следующий раз правильно прыгать. Вот так, а потом вот так, да. Сейчас сэкономил просто себе огромное количество времени. Ну, и это здорово, а я тебя здесь подожду, потому что я не знаю, куда прыгать, а ты мне подскажешь. Да, если я вообще смогу до тебя добраться, где ты, кстати? Ну, на оранжевеньком. А. О, привет! Так, я рядышком, привет. Вот. Ну куда, как, куда? Вот же сюда, вот сюда, а потом вот так. Нет! Нет, Лана! Ну там очень сложно, но она не хватается за эту лестницу, и все. Ну да, такое тоже случается. Так, а я опять на своем любимом нелюбимом уровне. Так, пока все идет нормально. Ладно, ладно, как у тебя дела? Ну, начала я... подниматься? Да, начала. Закончила. О нет. Так. Больше не совершать ошибок. Ага. Все. Зелененькая поддалась, Лана, поддалась. Ой, все. Здорово. Но это пока не точно. Ну, Ёши, давай, может ты все-таки успеешь. Ну, вполне возможно, но... А, или нет? Нет. Что-то я как-то слишком оптимистично. Что тут синенькое? Синенькое тут... Это опять те светяшки с первого там... Ну, с первых уровней. Не, ну в теории... Я могу, конечно, успеть. Ёши! Да, я успел. В принципе, все, челлендж готов, Лана. Серьезно? А я дошла вот до коричневого. Да. Прыжочек. Слушай, ну круто, здорово. Что, пробуем закрепить успех? Ну да, можно. Ой, еще и уровень такой красивый, мне так нравится этот цвет. Ой. Да, а мне нравится, ой, что, мне нравится, что я ударилась головой, конечно. Ой, Лана. О, светяшка! Большое спасибо, это мне очень помогло сейчас. И мое горло говорит тебе спасибо. Да, тем более меня она тоже потом прикончила, поэтому я, считаю, из-за себя тоже покричала. Так, Лана, нам купили прыжочек, кстати, что да. очень вовремя. О, очень не вовремя, я слишком прыгнула и все. О, нет, Лана. Предательские прыжочки. Но зато тут после так, а первого меня? Можно сразу на второй перепрыгнуть по-хитрому. А, так вы хитрая. Ну, а если купили, то прыжочки. Так, тут не очень приятный уровень. Для шифта или вообще? Мне нравится. Да ну, и для шифта, и, честно говоря, вообще... Ой. Так, нормально. Что? Светяшка?
Все верно, Лана. И опять, заметьте, ребята, заметьте, вон справа полосочка, я уже был на зелененькой. И если бы я делал все так, как я делаю, то я бы уже прошел. Но нет. Все как обычно. Я тоже развалилась. Так мои части тела смешно приползли просто. Ой, светяшка! Все верно, все так. И каждый раз, я же, знаешь, я, наверное, не буду больше кричать «светяшка», потому что каждый раз после того, как я кричу «светяшка», я сама попадаюсь на светяшку через пару секунд. О, нет. Может, она чувствует и такая: «Ага, ты звала меня, иди сюда», и все. Интересная теория. Ладно, все, тогда хватит на сегодня кричалок этих. Просто продолжим без них. Давай. Так, а ты, кстати говоря, где? Я снова попала на нее. Перестанем говорить о светяшках. Это... Опять сказала это слово! И опять упала? А, да, конечно же. Тогда точно это заколдованное слово, и не стоит его говорить тогда, когда прыгаешь по ним, потому что, мне кажется, они чувствуют страх. Да, наверняка, они такие. О, Лана, посмотри, все дошли, пока мы отвлеклись, все дошли, и тут уже купили антисветяшку. И... Видимо, да, мы так долго кричали «светяшка», что... Вот, что да. О, нет, Лана, я должен успеть, Лана, пожалуйста. Да, конечно, успеешь, Юша, ты в прошлый раз вообще за 20 секунд это сделал. Нет, это не точно, Лана... Кстати, смешно, но такой уровень вот был как раз в прошлый раз сверху. Да? Ага. А по-моему, кстати, тоже перед... А, нет, в прошлый раз он был, по-моему, если я не ошибаюсь, предпоследним. И да, я успел, ура. Ёж, ну это вообще, это шикарно. Ты просто прошел, считай, дважды. А я, ну я сейчас попробую как можно выше забраться, конечно. Но вряд ли мне это поможет, потому что вон там уже все поускоряли и... Да, я упала. А там написало, интересно, что я прошел. А ты просто в самом конце коснулся ворот. А, нет, не написано. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, честно говоря. Ну, ты получил свои баллы, поэтому да. Ну, слушай, прям довольно легко это было. Ребята, если у вас есть какие-то более сложные челленджи для моего прохождения Тауэра, то милости прошу в комментарии. Потому что мне довольно нравится играть в эту игру. Она мне, в принципе, импонирует, честно говоря. Так что вот, пишите. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. Не забывайте писать о новых челленджах. И всем пока! Пока!